Шибиле. Английский структурный метод изучения. Если вам надо перевести русскую фразу на английский язык, сначала ее надо проанализировать. Потому что в английском языке все, что мы говорим с точки зрения результата, факта и процесса. Например, предложение «Он разбил окно». Это не процесс. Процесс будет «Он что делал?» «Разбивал, ломал». А это «Разбил, что сделал?» Значит, это факт в прошедшем. Разбивать. To break, broke, broken. Первая, вторая, третья форма глагола. He broke the window yesterday. Мы взяли вторую форму. Или можем перевести наше прошедшее время настоящим, перфектным. He has just broken the window. Он только что разбил окно. И в предложении он разбил окно до того времени, как вернулась мама с работы. Likey.